и что Израиль может сделать. Я понимаю этих людей, то, что они написали, но власти скажут, а что мы можем сделать конкретно? Они могут с таким же успехом написать израильскому правительству, давайте сделайте все, что необходимо, чтобы был мир во всем мире, чтобы не было насилия, чтобы никто не обижал женщин или детей. Я не знаю, кто это написал, я не знаю, что это за люди, я не знаю, кто они, что они, но это наивность на уровне глупости. Потому что израильское правительство, при всем уважении к нашему великому государству, ничего не может в этом направлении сделать. Оно что, может объяснить Азербайджану и Армении, что нужно сделать, и Армения и Азербайджан послушают то, что Израиль скажет. Или разъясняться с Турцией, а тем более с Ираном. Я не понимаю вообще этих людей, которые пишут эти... Их наивность за пределами наивности инфантильной 12-летней девочки. Израиль ничего не будет делать, ничего не может. Кроме того, что никто в израильском правительстве вообще... Если в израильском правительстве вы найдете трех людей, которые знают, что такое Нагорный Карабах, это много. Вот что такое Арцах, никто не знает. Не надо переоценивать нас.